Салам алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас на продолжении турнира в честь открытия детской футбольной школы «Новый поселок». Первый тур. Пожалуй, начнем озвучивать состав, пока игра не настолько сильно напряжена. Команда «Новый поселок 2». Магомедов Ясин. Номер не обозначен почему-то. Отвлекся немного. Озвучивание состава. Так, дальше. Махмудов Махмуд, 10 номер. Матиев Махди, 5 номер. Арипов Набигула, 11 номер. Исалов Магомед, 7 номер. Магомедов Амир, 15 номер. Ахмедов Джафар, 22 номер. Чайров Джабраил, 13 номер. Гасанов Саид Афанди, 8 номер. В атаке Новый поселок. Нет, перехватывает мяч. Идеальный пас просто. Нет, из этого ничего не выходит. Снова в контратаку поступает Новый поселок. Озвучил состав. Команда Аман. Нуцалханов Вали Мухаммад, 10 номер. Гаджиев Мухаммад, 98 номер. Гаджиев Яхья, 13 номер. Гасанов Асхаб, 7 номер. Дисов, 9 номер. И Аманов в атаке. Решил сыграть сам. И... Да, защитник прикрыл мяч. Кто-то своим телом, что значительно облегчил ситуацию вратарю. И ударит. Нет, довольно не точно. Продолжим. Шамайлов Адарам, 1 номер. Нурмагомедов Ахмад, 11 номер. Шахбаров Мухаммад, 18 номер. Долгатов Долгат, 22 номер. Магомедов Магомед Наби, 15 номер. Сархатулаев Мухаммад, 8 номер. И Ахмедов Тагир, 5 номер. Все еще в атаке команда Амана. Так, и падает игрок 15 номер. Да, это вовсе была не вина игрок защитника Нового поселка, так как снег на поле. Пошли в атаку Новый поселок. Нет. Защитники сыграли свою роль. И не дали продолжить атаку команде. Слишком долго разводит. А вот. Была опасная игра, по-моему. Мяч остается все равно у Нового поселка. Судья решил продолжить. Вратарь берет руки мяч. Получится ли атаку команда Аман? Нет, верховой борьбы здесь не было. Упорно идет борьба за мяч. Красиво обошел двоих Гаджиев Мухаммад, но не смог обойти третьего. Удар. Защитники играют на вынос мяча вперед. Тем самым уменьшая риск потери мяча на своей половине. Отлично, Мухаммад проходит дальше. И нет, в подкате пытался достать мяч, но чуть ли сам не травмировался. Амана снова продолжает атаку и... Красиво убирает под себя и... Нет, по-моему, там была рука. Нет, показалось мне все-таки. Судья, по-моему, лучше видно, чем мне. Ну, мяч не выходит за пределы поля. Все-таки вышел.
Совершенно не точно развели мяч. Удар. Красиво вытаскивает вратарь мяч прямо из-под перекладины. Неправильный выброс мяча. За неправильный выброс мяча. Переходит мяч к сопернику. Да. Немного отвлекся, седьмой номер команды Новый поселок. Два. Растерян защитник Исалов Магомед. Не настроен он, видимо, на эту игру. Да, жесткая игра по отношению к Гаджиеву Мухаммаду. Но арбитр замечает это. И забитый гол будет отменен. И команда Амана снова в атаке. Спотыкается свой же игрок об своего. И тем самым не дав ударить. И забить. И контратака. Новый поселок 2. Судья заметил нарушение.
также забыл озвучить тренеров команд. Тренер команды Новый Поселок 2 Гасанов Гасан. И тренер команды Омана Ахмедов Шамиль. Штрафной удар будет исполнять Магомедов Амир. И, нет, не долетает мяч даже до ворот. Упорная борьба рядом с Бровкой. Они уже грязные. Поджала у своих ворот команда Новый Поселок, команду Омана. Неуверенная игра вратаря. Это может обернуться забитым голом. Как ни странно, Новый Поселок наседает на команду Омана довольно-таки хорошо. Удар. И заканчивается первый тайм. Ждем начала второго. Вперед.
Начинается второй тайм. И сразу мяч уходит на боковую. Это в атаке Амана. А, извиняюсь. Перепутал команду. Или что-то нет, да, Амана. И очень близко к воротам. Все-таки никто не оказался на передаче, чтобы замкнуть ее. Да, здесь скользко на поле довольно. Да, и защитник чуть ли не пропускает к своим воротам игроков. Да. Кому адресован пас, непонятно. Ну, пас на выход и почти срезал двух игроков одним пасом. Перекинул игроков. О, красивая игра в защите. Судья показывает сторону оранжевую, то есть команды Новопоселок. Довольно хитрый пас. И да, вратарь очень легко ловит такой мяч. Не составило труда его поймать. Правда, вынес он его недостаточно точно. Слишком много возится с мячом Гаджи Мухаммад. На таком поле больше стоит надеяться на командную игру, а не индивидуально. Перехватил мяч 13 номер команды Новопоселок, а то есть Амана. Путаю эти команды, так как форм нету. Слишком долго с мячом на бровке. Да, ничего из этого не вышло у команды Новопоселок. Проводил мяч до углового, дабы вынести мяч вратарю. Все же дальше возится игрок команды Амана с мячом. Как-то неуверенно себя ведет игрок команды Амана. Ушел на замену Долгат. Видимо, устал игрок. Красиво обходит одного, другого. Да. По-моему, сфалили судья. Нет, не было. Да, мяч уходит за пределы поля. Неправильно вводит мяч игрок команды Амана. Фармаров Мухаммад. Уже как бы второй тайм, уже такие ошибки глупые, недопустимы при счете 1-0-0, извиняюсь. О, гол! Красивый, парашютиком! Гаджиев Яхья исполняет гол. Череда ошибок команды Амана.
Извиняюсь, забил Чейров Джабраил, то есть. Один ноль, но поселок ведет. Хорошо заряженный игрок Чейров Джабраил после забитого гола. Видимо, одного гола ему не хватило. Команде Оман стоит собраться, так как практически весь второй тайм провели на ихней половине. Красиво обыгрывает. Нет, судья. Да. Нет. Будут разыгрывать штрафной удар. Или все же ударить. Разыграли и... Нет. Так. Снова Чайров с мячом. Дар. Нет. Ну, вратарь взял такой мяч. Выносит мяч довольно недалеко. Но точно. Стоит команде Оман посмотреть назад, так как там есть открытый игрок. Нет, спорить с судьей не самая лучшая идея в таком моменте. Можно получить желтую карточку. Все же вырывается в атаку команда Омана. Но ничего из этого, видимо, не выйдет. Уже упорно пытаются остаться на чужой половине. Они, но... Защита нового поселка явно знает, что делает. И не пропускает игроков даже в штрафную. Все же остается на чужой половине команды Омана своими усилиями. И Гаджи Мухаммад, красивый навес. Да, там оставалось просто коснуться мяча, но не смогли реализовать игроки этот момент. Да, красиво перехватил мяч. Нсалхана Вали Мухаммад. Перерыв снова с мячом. Разводит мяч команда Омана. Да, подскользнулся Мухаммад. А, и снова в атаке команда Новый Поселок. Дадит ли пас или будет сам делать? Не, судья, это желтая, по-моему. Покажет ли он желтую? Не, желтую не было видно.
Попадает по стенке игрок команды Темный поселок. Точнее, мотив Марджи. Не, ну защита Нового поселка играет довольно жестко, но в пределах правил. И... нет. Пас был назад, в то время как надо было дать чуть дальше игрока, чтобы ему было удобнее построиться под удар. Дал свисток судья. Еще один штрафной в пользу команды Нового поселка. Снова по стенке попадает игрок Нового поселка. Нет. Далеко отпустил мяч от себя. И тем самым начала атаку команды Омана. Видимо, нет усидности у команды Омана, так как игрокам приходится водиться самим. И снова Чайеров с мячом. Красиво обыгрывает защитника Омана. И замкнуть. Нет. Все-таки Чайеров не смог реализовать свой второй гол. Отворот разводит вратарь. Снова безуспешная атака Оманы, одна за другой. Да, слышно на поле то, что у вратаря команды Оманы замерзли пальцы. Да, все... условия для всех одинаково. Да, красиво пас пяткой, чтобы избавиться от защитника. Но нет, не получается сыграть стенку. По-моему, зажатая была рука. Продолжаем. Нет, судья увидел там руку. Да, забивает все-таки, реализует свою атаку команда Омана. Кто же забил?
1 на 1 становится счет. И борьба становится все напряженнее. И снова, как обычно, в атаку вырывается команда Новопоселок. Да, начали также жестче играть защитники команды Омана. Выход 1 на 1 не забивает 15 номер команды Омана. Делаю еще 2-1. Совершенно неожиданная концовка матча. Магомедов, Магомеднабей. Насколько? Если здесь правильно написано, то Магомедов, Магомеднабей забивает гол и увеличивает отрыв от команды Новопоселок. И снова в атаке Оман. Да, Оман хочет снова сравнять счет и... И... О, нет, вратарь все-таки вытаскивает мяч. И счет остается таким же, 2-1 в пользу команды Омана. Да, замечаю все-таки руку судья. Разыграют, либо Чайров сам исполнит штрафной удар. Видимо, исполнять будет сам Чайров. Звучит свисток и... Удар. Да, шикарный сейв от вратаря. И заканчивается матч 2-1 в пользу команды Омана. Поздравляем их с победой и... Шикарной игрой.